В ночь на 16 января из Всероссийского детского центра «Смена» в селе Суко были эвакуированы 30 сотрудников из-за угрозы подтопления учреждения. По информации управления ГУЭЧС Анапы, технические средства контроля в Суко зарегистрировали резкий подъем реки. За сутки на курортный поселок выпала почти полумесячная норма осадков – это около 30 миллиметров. Сообщается, что в 23:00 вторника 15 января в Суко прибыла оперативная группа администрации субсектора сельского округа. Было организовано дежурство и наблюдение за речкой. После подъема уровня воды до критической отметки на место выехал председатель КЧС, заместитель главы Анапы Валерий Королев. По информации пресс-службы администрации Анапы, для ликвидации возможного потопления дополнительно были привлечены сотрудники полиции, МЧС, службы спасения, скорой помощи и казаков. После 5 часов утра уровень воды в реке пошел на спад и сейчас стабилизировался. В настоящий момент, как сообщает Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы, прогноза по ухудшению ситуации нет, прокомментировали в администрации курорта. Олеся Давыдова, 39 канал.